Всем привет, с вами Владимир Кулаков и видеомарафон третий сезон, день 20. Почему важно и необходимо соблюдать режим дня? Ну, это очень такой важный момент в нашей жизни, когда все процессы должны себя наполнять и энергией, и быть активными. И когда мы планируем свой режим дня, то мы больше успеваем. Во-первых, это очень важно для физиологии нашего организма. Вовремя ложиться спать и рано вставать, чтобы организм отдыхал и мог продуктивно работать. С этой точки зрения, я думаю, очень важно соблюдать этот режим дня отдыха и работы. То есть чередовать между собой, чтобы работа была более продуктивной. А вы соблюдаете режим дня, и получается у вас на протяжении всего дня быть продуктивным. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Будет приятно познакомиться, как у вас получается. Всего доброго, пока с вами был Владимир Кулаков.